Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним. Первое задание на странице 28 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Рассмотри множество предметов, изображенных на каждом рисунке в рамке. Подбери название этим множествам. Первое это у нас множество жуков, затем множество ягод, множество яблок, множество птиц, множество книг, множество листьев, множество машин и множество кастрюль. Элементом какого из этих множеств является воробей? Воробей – это элемент множества птиц. Кленовый лист. Кленовый лист – это элемент множества листьев. Божья коровка. Божья коровка – элемент множества жуков. Грузовая машина. Грузовая машина – элемент множества машин. Сколько элементов в каждом множестве на рисунке? В каждом множестве жуков 4 элемента. В множестве ягод 4 элемента. В множестве яблок 8 элементов. В множестве птиц 3 элемента. В множестве книг 8 элементов. В множестве кастрюль 2 элемента. В множестве листьев 5 элементов и в множестве машин 5 элементов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.